Обратно с Зефиной, мы продолжаем смотреть Линча, зловещая темнота. Это у нас третья серия, чуваки, про лайки, подписочки не забываем, усаживаемся поудобнее. Всем только кушать, приятного аппетита и приятного просмотра, но мы начинаем. Ну где ты там? Да иду, я иду. Так, это лучше закрыть. Ты дверь-то закрыл? Ну да. Молодец. А что, монстры могут... Да не монстры, другие люди. Если кто-то, как ты, увидит издалека свет в моем окне, то однозначно поднимется. А вот какие у него будут намерения, неизвестно. Да, все может быть. А ты вообще видел других выживших? Был со мной один парнишка, как ты. Испугался, побежал, упал, выронил фонарь, и все. Нет парнишки. Ага, понятно. А ты не знаешь, это вообще по всему миру или как? Блин, вообще непонятно, нафига им идти в супермаркет, типа? Я думал, они пойдут в кузнечную. Да черт его, но я... Чтобы этот гном еще выковал там. Я видел танк и вроде как вертолет. А, еда? А, окей. За едой, типа, вкинуться хавкой и потом уже отправиться ковать гром секиру. И вот пролетал. Да, я тоже видел и танк, и вертолет слышал. Не знаю, в общем. Потому что я уверен, ну типа гном еще не может выковать какое-то говно. Может только в нашей округе, а может и повсюду. Но если откуда-то послали военную технику, значит где-то не все так плохо. Это правда, откуда-то же не ехали. Но в любом... Там будет... Короче, все, я спойлерю вам. Типа я знаю, какой будет конец. Короче, Гномыч делает гром секиру, Линч ее активирует. Она взрывается типа молнией, дает свет по всему городу, и чел просто этот на свету сгорает, просто как вампир какой-то. Случай, я... Что это еще такое? Кого-то... А это, наверное, брат этого гнома, типа в кузнечной там что-то уже колотит, кует, типа ему просто молоток упал на палец, он заорал. Сожрали. Или жрут прямо сейчас. Может, нам стоит помочь? Забудь, мы не успеем. Идем, нам сюда. Черт, ладно. Слушай, а как ты выжил? Я так понимаю, все исчезли, когда пропал свет, и выжили только те, кому повезло быть с фонарем или с зажигалкой в руке. Ну да, я в общем... Не, ну кстати, непонятно, почему, типа, одна вот эта тварь навела суеты по всему абсолютно городу. В общем, на работе был тяжелый день, и дома я принимал ванну. Она одна, город ну, большой. Со свечами. Никто ничего не смог сделать. Ну, знаешь, расслабиться, все дела. Понял. Ты не подумай, что я... Да ладно, далеко нам еще? Да вот, собственно, мы и на месте. Тут кафешки, магазинчики. Обыщем их на предмет батареек и прочего. А если будет не густо, двинем к супермаркету. Неизвестно, сколько это все продлится. Ну, логично, если подумать, то, скорее всего, до утра. Да, но доживем ли мы до этого утра? Лично я собираюсь окружить себя светом и сидеть так, пока лучи солнца не коснутся моего лица. Я собираюсь найти своего друга. Найди сначала себе снаряжение, а то ты и мост перейти не сможешь. Блин, это реально как вампир какой-то, который орудует только по ночам, типа. Можешь. Так, давай ты возьмешь эти два, а я эти. Ладно. Может, ты да. Есть какой-то вампир, только суперкрутой вампир, который, ну, не только зубами там орудует, но еще и способен какой-то еще движ наводить. Давай так. Если что, кричи. И помни, не стой долго на месте. Всегда двигайся. Да-да, это я уяснил. На все про все не больше 5 минут. Погнали. Да, без проблем. Ну что ж, пора отправляться на поиски. Освещение. Надеюсь, я хоть что-нибудь найду. А, это что, кафе, что ли? И что я здесь могу найти? Здесь только бутылки да столы со стульями. Чёрт. Жрачку, может, там жрачку. Что-то есть. Винишко еще. Здесь вообще танцпол. Да уж, кажется, мы не в то место пришли. Хотя... Может быть, этот вообще чел, который прилетел, может, он добрый, и ему выпить не с кем, поэтому он прилетел в город, а его все боятся, типа. Может, просто взять бутылочку винишка, как бы, и угостить его? И будет норм. По идее, алкоголь можно поджечь, и, возможно, он будет гореть, но думаю, это сейчас не то, что нужно. А, здесь уже...
Здесь Тут уже это же посолидней. кухня. Черт, мне кажется, я просто теряю здесь время. Конечно, фонаря моего надолго не хватит, да и зажигалки, но... Пока они работают, я думаю, просто надо идти к Джону. Неизвестно, как он там. Надеюсь, у него был какой-то светящийся девайс в руках, когда это все произошло. Блин, там такие офигенные пироженки стояли на столе, жесть. Я как раз недавно проснулся, я так хочу жрать. Этот тренер Картер, он вроде нормальный, вроде как-то... Как-то не доверяю я ему. Эта вся история с парнишкой, который бежал, выронил фонарь и его утащила тварь. Не знаю, как-то это все неправдоподобно, что ли. Блин, ну хз. Ладно, здесь больше нечего ловить, надо... Я доверяю ему. Что либо как минимум черт? Его оранжевый радио. А нафиг мне не скажет. Это из вентиляции. Эй! Что это? Кто здесь? Гигантская мышь залетела сюда теперь? Черт, может там кто-то... Может кто-то спрятался? Она попала в вентиляцию? Не знаю, дыма я не вижу. О, там открыто. Туда явно кто-то влез. Эй, может, она я тоже человек, пришла сюда похавать? Я не монстр, я могу помочь. А может, ты не пойдешь проверять? Ладно, посмотрим. Я с фонарем, думаю, мне ничего не угрожает. А может, да не надо? Может, просто кто-то забился в угол и пытается выжить. Ладно, попробуем посмотреть. Что за... Ну вот как знал! Где она? Где эта тварь? Чё за тварина, блин? Скримераст! Что это, мать его, было? Это одна из этих тварей, но... Но она какая-то другая, она меньше, и она... Она не исчезла от света, она просто... Просто убежала. Тот возле машины, когда я на него посветил, он исчез, а это... Это просто дёру дала и... И, возможно, она где-то еще здесь. Черт возьми. Надо быть начеку. Нет, типа, подожди, это еще одна. Так. Типа, вроде, это другой челик? Вроде не видать нигде. Она. Или это тот же. Она вроде понял. Как побежала вниз. Черт возьми. Как будто это другой. Посмотрел, блин, вентиляция. Сейчас бы не встретить ее где-то. Типа, на лестнице две? Или в углу. Так, она вроде чисто. Ещё этот звук такой пронзительный. Это ты? Просто тогда уже понятнее, почему они навели суеты на весь ты город. Ты там попил? Да, я... Там вентиляция была, тварь, но... Но она какая-то другая. В смысле другая? Но она была маленькая, размером с кошку. И она не исчезла. Я посветил на нее фонарем, но... Она просто убежала. Мы их таким образом отпугиваем, или убиваем, или что еще? Хотелось бы верить, что убиваем. Но вряд ли. Ты нашел что-нибудь? Нет, это кафе. Здесь только алкоголь и какие-то закуски и все. Да, в библиотеке тоже ничего. Ладно, давай обыщем эти два здания и двинем дальше. Что-то мне кажется, что наживы тут не будет. Черт возьми, будь осторожен. Да, и ты тоже. Так, ладно, посмотрим, что у нас здесь. О, хлеб. Ну блин, ну я... Это продуктовый. Куда столько еды? Здесь будут фонари и батарейки. Хотя, чем черт не шутит. Я просто не буду проверить. Смотреть. Так, лестница на второй этаж. Ладно, мне придется. О, здесь тоже продукты. Какие сочные колбаски. Хотя, может, где-то на прилавках и есть что-нибудь. Может, где-то есть, но не здесь. Здесь только еда и напитки. Так, а что на третьем? На третьем полно темных углов. И дверей. Ящики. Но не думаю, что в них есть то, что мне нужно. Так, а что здесь? Стол. А, похоже, это что-то типа кабинета директора, может быть, не знаю, или бухгалтерия какая-то. Здесь какие-то ящики, может, в них что есть. Так, ну-ка, постой-ка здесь. Все равно я считаю, что мы попусту теряем время в этом месте. Но какие здесь могут быть батарейки, фонарики, свечи? Здесь одни документы. Ни черта больше. Да. Ну-ка. А в компе что? Здесь тоже. Я бы заглянул бы. Стоит, я типа, точно попал в какую-то бухгалтерию.
Так, ну ладно. Раз уж начал, то заканчивай. Что здесь? Документы, папки, бумаги и ничего. Да, зря только поднимался, похоже. А, вон еще ящики в столе, может, там что найду. Так. Опять бумаги. Да сколько же здесь макулатуры, мать его. Во втором что? О, аллилуйя, батарейка. Целая, мать его, одна Айс. Батарейка. Что может быть круче, чем одна батарейка? Рил. И больше, мать его, ничего. Батарейка и жить можно. Я попросту теряю в этом здании самое время. Важное. Либо нужно идти в супермаркет, как и сказал этот тренер Картер, либо же сразу идти к Джону. Потому что оператор никогда не умирает. Ну что-то мне подсказывает, что он прав. Просто так я не дойду. Можно, конечно, попросить одолжить у него пару фонарей, но думаю, вряд ли он мне их даст. Эй, Картер, я нашел батарейку и... Где он, собственно? Ну нет, только не говорит, что минус чел. Какого черта? На дверь открыта, он заходил сюда. Ну, либо он просто набрел на эту тварь и спрятался куда-то. Картер, ты здесь? Черт, это прачечная, что ли? Здесь я прям не хочу, чтобы куда он мог подеваться. Мы потеряли этого человека. Неужели его утащили? Я не слышал ни звука и. Козёл! Пранкер рыжий, засранец! Я подумал, будет забавно тебя напугать. Да уж, забавно, мать твою! Очень забавно! Да ладно тебе! Нашел что-нибудь? Да не особо. Ой, блин, гад, батарейку, я уже обосрался, реально. Не знаю, рабочий или нет. У меня тоже такое себе, только стиральный порошок. Зачем тебе порошок? Я на ютубе видел, как свечки из него делают. Может, получится. А, думаю, вряд ли. Ну, в любом случае придется топать в супермаркет. Идем. Слушай, Картер, я хотел сказать, что... Ютуб лайфхаки всегда помогают. После супермаркета я пойду искать своего друга. Да, без проблем. Вот и хорошо. А ты как думаешь, эти твари давно здесь? В каком смысле давно? Ну я всю жизнь знал, что в темноте что-то есть. Знаешь, это чувство, когда бежишь ночью до туалета и обратно по темному коридору? Да, бывает такое. Так вот, я думаю, эти твари всегда были с нами. В темных углах, вентиляциях, подвалах. Но тогда почему люди раньше не пропадали, когда спали, например? А может и пропадали, ты ведь не знаешь. Но думаю, если люди бы пропадали, мы бы об этом точно узнали. А в любом случае, если они и были все это время с нами, то явно что-то произошло, что побудило их разом всех напасть. Конечно, произошло. Эти гады обесточили станцию и весь город. А затем напали. Я думал, мы пойдем в Кикс. Кикс — это продуктовые супермаркеты. Это строительно. Ну да, так лучше. Но ты уверен, что хочешь туда зайти? Ты только по... Садовые гномики. Да? Смотри, сколько там всяких... Это мини-братья вот этого лысого чувака. Темных углов. Одно я знаю точно. В этом супермаркете есть все, что нам нужно. Ну, по идее, да. Правда, двери вряд ли откроются. Придется разбивать окно. Да, похоже, придется. Хотя, погоди, там, кажется, двери открыты. Идем. Ты уверен? Сейчас посмотрим. Да, открыто. Здесь можно войти. Неплохо, журналист, неплохо. Так, ладно. Ну и какой план? Так, значит, я беру кассы и левые ряды, а ты бери правые. Ищи все: свечи, спички, дрова и прочее. Понял? Понял. Встретимся через 5 минут на том конце. Заметано. Так, ладно. Кактус. Мои правые ряды. Надо брать кактус. Так, это комнатное растение. Топоры, хотя зачем, но он корзины, должен быть. Maybe он отпугнет свечей, в эту тварь. Ни фонарей, ни батареек я пока не вижу. Бочки, наковальни. Может, где-то... Или наковальню, типа, можно ловушку какую-нибудь замутить, чтобы она на нее упала. На центральном ряду не знаю. Хотя, мне кажется... Твою же мать! Е-мать! Это еще что? Это... Ты тоже за кактусом пришел, мужик? Или что он там стоит? Не, вроде какие-то замки разглядывают или что? Черт. Это не человек. Тебе норм? Или ты спишь? За щупальцем, мать его. И почему? Не знаю, выглядит на вот этих вот ножках, как типа стойка, как манекен. Он.
Почему он не среагировал на свет? Может быть, это продавец? Ну, блин, я бы... Чем у него оплачивать лучше? Я бы просто ушел бы из этого магазина. КЗ, чем ему оплачивать, правда, карты и наличку он вряд ли принимает, правда. КЗ, что это за тварь? Ну, похоже, это какие-то привидения. Или вампиры, реально. Ну, конечно, встреча с ними оставляет желать лучшего. Жесткие типы, конечно. На этом все, подписывайтесь, ставьте лайки, пишите ваши комментарии, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать новых роликов. Ну, а с вами был Финн, всем пока!